внесли, нет, не вынесли две программы, внесли изменения в существующие рабочие программы наши, сделали акцент на два мероприятия. Первое мероприятие в программе охраны окружающей среды – это выделение денег на инвентаризацию зеленых насаждений в природозаповедном фонде. Первый парк – это парк Победы, который в этом году будет проведена инвентаризация каждого дерева, каждого растения. Сколько? 800 тысяч. И второе мероприятие – это изменение к программе защиты и сохранения зеленых насаждений города Одессы. Касается в части того дополнительное выделение денег на проведение лечения и вакцинации. В данном случае мы говорим о историческом ареале, о платанах, которые сегодня страдают и умирают в центре города. И сколько на это? 900 тысяч.